Всем привет, и вот уже третье видео с подборкой фигурок с AliExpress, и на этот раз здесь не будет товаров за облачными ценами, я подобрал фигурки с ценником до 1000 рублей. Наберем 300 лайков и я делаю продолжение, ссылки на все товары есть в описании к ролику. Поехали. Покупаешь на AliExpress? Кэшбэк-сервис letyshops.ru вернет тебе часть денег с каждой покупки. letyshops.ru. Более 2 миллионов пользователей уже экономят с нами. Присоединяйтесь. И первая позиция — это фигурки по игре Street Fighter, а именно три бойца — Кен, Рю и Гайл. И первые два у продавца представлены в двух вариациях одежды. Высота фигурок 18 сантиметров, и каждая из них имеет 35 точек сгиба и два набора сменных кистей рук. Я думаю, этой фигурке самое место у изголовья кровати, чтобы первое, что вы увидите с утра, была его дружелюбная мордашка. Фигурка полностью соответствует описанию, в чем можно убедиться в отзывах о товаре. Высота фигурки 14 сантиметров, а материал — это ПВХ, приходит этот красавец в простой пупырчатой пленке. Линк из Легенды о Зельде в комплекте имеет три сменных выражения лица, щит, меч и еще несколько разных деталей. Если вы поклонник данной серии, тогда можете заодно посмотреть подборку товаров для Nintendo Switch, которая сейчас появилась в правом верхнем углу. Также на канале есть подборка по Гарри Поттеру, и в ней уже была фигурка мальчика, который выжил, только гораздо дороже этой. Маленький Гарри ростом всего 15 сантиметров и поставляется в розничной упаковке в образе из Принца Полукровки. Недорогая фигурка Бэтмена с кучей сменных деталей, что может быть лучше? Ну разве что подборка из 50 товаров по Бэтмену, которую можете найти у меня на канале. Высота человека летучей мыши 16 сантиметров, и на странице товара есть множество положительных отзывов. Не подумайте, что я делал такую подборку специально, но по Дэдпулу у меня также есть подборка. Ну а данная фигурка имеет сменное оружие, три пары кистей рук, голову и глаза для маски. Фигурку также можно приобрести в розничной упаковке, что обойдется вам на 200 с лишним рублей дороже. Далее фигурка Кратоса из игры God of War, которая имеет много очень положительных отзывов. Высота фигурки 18 сантиметров, и в комплекте идет оружие и голова Горгоны. Кстати, а вы ждете продолжение серии, где Кратос будет уже в роли отца? Кто-то в комментариях просил подборку по трансформерам, и вот тебе 6 моделей трансформеров, и распаковку одного из них, а именно Оптимуса Прайма, можешь найти у меня на канале. Эти трансформеры, в отличие от того, что заказывал я, продаются в розничной упаковке. И второй раз подряд я показываю фигурки по Overwatch, просто судя по подборке, посвященной данной игре, вам она очень нравится, так что вот. Это копии фигурок Funko Pop, 6 персонажей из игры высотой 12 сантиметров. Можете написать в комментариях, как их зовут. Также напишите, кто из них ваш любимчик. Также напишите в комментариях, что это за красавица из LOL с ракетницей за спиной. Это одна из самых крутых фигурок за такую цену из тех, что я видел на AliExpress. Ее высота аж 24 сантиметра, а убедиться в ее качестве вы можете в отзывах о товаре и по фото, которые видите сейчас на своих экранах. Поставь лайк и поделись этим видео с друзьями, если хочешь новые подборки с фигурками. В комментариях оставь свои вопросы по поводу подборок и канала, а также подписывайся на канал, если тебе есть 18. Пока!